Здравствуйте, дорогие подписчики, гости и зрители канала Миломикс. Я рада вас приветствовать, а в этом видео я поделюсь секретом, какую кашу нужно кушать каждый день. Врачи часто рекомендуют эту кашу, потому что она очень полезна в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, понижает уровень холестерина, благотворно влияет на печень и помогает похудеть. Эта удивительно полезная каша содержит в себе массу витаминов, которые улучшают состояние кожи и волос. Поэтому несколько раз в неделю обязательно нужно есть эту кашу. А еще я заметила, кто ест пшенную кашу, перестает подниматься давление, уходят отеки и снижается вес. А рецепт очень прост. Пшено хорошо промываю и заливаю водой 1 к 4. Добавляю соль по вкусу. Варю под крышкой на медленном огне до готовности. Полезная каша готова, пора подавать к столу. Спасибо за просмотр, делитесь видео с друзьями. До новых встреч!